Эти лаконичные, полные мужества и уверенности сообщения уже сегодня принадлежащие истории, записанные на магнитную пленку. Слушайте. I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me. Nothing. Заебло ваша политика ебаная. Жить хочется народу, нахуй. Не доводите до революции. Точно, во всем автомат.
я тот же, что и был, и буду весь мой век. Ни скот, ни дерево, ни раб, но человек. Куда погляжу, все расскажу. Музыкальный слух. Разумеется. Fuck the media, fuck the banks, fuck drone strikes, fuck tanks, fuck hunger, fuck war, fuck ignoring of the poor, fuck the government. Ограничение культуры, цензура информации, цензура любого вида самовыражения личности. Не слышу, не слышу. Что это? Oh,
лишь бы дурак поворачивать. Вокруг да около умеет каждый попасть в центр сути, точку проблемы. Это еще надо посмотреть. Все. Круговорот воды в природе. С
Смена времен года и климат обусловлены распределением солнечной энергии на земном шаре. Благодаря Солнцу развиваются и живут организмы. Сколько же энергии мы получаем от Солнца? Все, это уже состав преступления, это уже повод к тебе врываться с обыска, 5 утра вскрывать пол, и ты можешь реально отъехать на 5 лет, на 5 лет. Платить информаторам, сообщающим о преступлении, от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Не желаете заработать? Донос. Для заработка. Я говорю реально то, что думаю, потому что в настоящий момент я в таком положении, что мне похуй на все, похуй на все, похуй на все. Планетой. Планета в порядке. Это людям пиздец. Людям пиздец.
никуда не денется. Это мы. Мы исчезнем. Мы исчезнем. Это еще что за музон? Как ты это слушаешь? Ты называешь это музыкой? Послушай настоящую музыку. Yeah.
России есть власть, она всегда будет коррумпирована, потому что она не считает свои действия коррупцией. Коррупцией. Причина всему этому кроется в двух цифрах – 282 и 148. Это две мутные статьи, за которые при желании можно привлечь кого угодно. Очень удобно. Одна из них предполагает разжигание ненависти. Ненавижу вас! А другая предполагает, что парой слов в интернете ты можешь оскорбить чьи-то чувства. Ну это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других. Как сказать? Ну просто пиздец. Пиздец. И вы рискуете стать врагом народа. Прямо сейчас на наших глазах врагом народа. Пиздец. Всего один лайк. Если я обнажу меч, вы все умрете. Way of the samurai, самурай – это смерть. Thank you.
them from the black hat! Mr. Green.
Everything is alright. Everything is alright.
Обгоним! Обгоним! И вперед пойдем! Мистер Грин, это я! Like the best!